Я вас отрывал на связи Финн, и мы продолжаем смотреть похождение психа Линча в психушке. Прошлая серия у нас закончилась с неожиданной встречей с Элай Джоном. И, в принципе, вся серия получилась такой абсурдной, угарной, блин. Чего ждать в этой, я даже представить себе не могу, чуваки. Давайте посмотрим. Про лайкосики, подписочки не забываем. Мы сажимся поудобнее. Всем, кто кушает, приятного аппетита и приятного просмотра. Нам начинаем. Так, начало уже интересное. Мистер, так, Шиза продолжает его преследовать. Зачем вы так себя доводите? Отвали от меня, слышишь? Отвали. Блин, а прикиньте, если Элайджа продолжит его преследовать, даже когда Линч откинется с этой самой психушки, и Элайджа продолжит за ним следовать, но никто его не будет видеть, кроме Линча, и он будет его бесить, там, не знаю, советы какие-то давать. Это было бы угарно. Кстати, на удивление, хорошо переносите лекарства. Даже вон, разговариваете. Да что ты. Обычно все молчат еще сутки или просто воют. Орут, а вы... Блин, ладно, это похоже все-таки не его шизам. Крючком прямо. Что вы тут делаете, мистер Линч? Это волновать не должно. Знаете, это место совершенно уникальное и удивительное. Здесь собраны самые отпорные люди. Отпорные убийцы. Что? Неужели и вам, сказал... наконец, досталось по заслугам? Погоди, в каком это смысле убийцы? Это же просто психлечебница. Подождите. Да, блин, ну в такое место попадают не только какие-то там чилы с такими заболеваниями, да, но и чилы, которые сделали какое-то преступление, но в тюрягу их обычно не стали сажать, потому что их признали там, не знаю, какими-то невменяемыми, и отправили в психушку. Так что, возможно, Линч сидит как раз-таки с такими. Вы не знаете, где да, в смысле? Вы? Я не знаю, где я. Погоди, что? Что ты имеешь в виду? Что я имею в виду? Ну, допустим, видите того парня? Это... Ну, по сути, и Линча обвиняют тоже в убийстве, да. Эдгар Петрович убил свою жену, так что он сына, в их числе. Его жену, внуков и собаку. Затем прошелся по этажам своей многоэтажки, звал на помощь. Кто открывал двери, он и их убивал. И все это обычным молотком. Филигранная жестко. Работа. Говорит, голоса в голове сказали ему это сделать. А вон там сидит совсем юная пианистка Грейс. Вы когда-нибудь слышали, как звучат клавиши, если ударить по ним головой своего ребенка? Зачем? Зачем ты мне все это рассказываешь? Вы спросили, мистер. Почему ты вообще здесь? Как так получилось, что мы оказались... Он причем с таким интересом это рассказывает, я не знаю, как будто завидует, что ли. Мы с тобой в одной матью лечебнице, а? Как он вообще здесь оказался, ну-ка? Вы задаете одни и те же вопросы. В каком это смысле? Только давайте не так, как утром. Утром? О чем ты, мать твою, говоришь? Погодите, вы что же, это забыли? Что забыли? Все-таки лекарства влияют на вас, но по-другому. Стоп, нет, погоди. Интересно, интересно. Не может быть! О, не может стране. Этого быть! Откуда ты здесь, тварь? Откуда? Давайте, выйди! Ублюдок! Ну, успокойся! Вот так! Тебе камеру зашел! Держи! Его вот здесь так. Не должно быть, слышите? Его не должно быть здесь! Успокойся, слышишь? Да, послушайте давай, меня! Живо. Не убрал. Может быть здесь! Не может! Не может! Мистер Линч? Мистер Линч? А? Да не забывал я тебя, просто не ожидал тебя здесь увидеть, а вот и все. Я не ожидал, что вы окажетесь здесь с камерой, а, мистер Линч. Эта камера была мне нужна, ты все испортил. Ну что говорить? Что? И для чего о! Это интересно? А, ну верни ее. Шиза все-таки оказалась полезной. Смысл? Смысл есть. Да, сегодня у Марии Александровны выходной, но завтра... Он спас камеру. Она вернется и заметит пропажу, и тогда прошмонают всех. И найдут то, чего не должны находить. Мне, конечно, понадобился бы оператор в предстоящих событиях, но не думаю, что настолько. Да ты о чем это он? Ублюдок. Как невежливо, мистер. Твою мать твою, слышишь? Я сказал, отдай мне камеру. А я сказал, что она вам не нужна. Что ты говоришь? Это не тебе решать, слышишь? Не тебе. Как раз так и мне, мистер Линч. Я сказал, отдай мне живо камеру. Так? Че опять повяжут? Даю. Я разберусь.
Уберите руку. Сначала отдай мне, мать твою, камеру. Руку убрал. Камеру вернул. Сука. Не надо так эмоционировать, Митя. Это что, был мат? Мистер Линч. Вот так примерно сейчас будут детки в комментариях удивляться у Линч. Не надо. Понимаете, мистер Линч, убийцы... Убийцы должны держаться вместе. Я не убийца. Я не убийца. Не убийца. Я 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 не убийца. Не убийца. Блин, сценка выглядела классно. Да. Это опять какие-то анимации, что-то Линч продолжает экспериментировать, добавлять что-то. Прикольно. Нужно придумать, как быстрее забрать чертову камеру у Элайджа. Потому что без камеры мне будет худо, без нее я не смогу отличить галлюцинации от реальности и... Черт возьми. А? Что это? Что это за звук? Похоже за Линчем прилетели. Громко. Походу низко летит. Что это значит? Что-то это значит. Значит, что где-то рядом может быть аэропорт. Еще это значит, что пора сесть за штурвал самолета War Thunder. War Thunder — это бесплатный масштабный онлайн экшен, в котором наземная возможность. Так, а с какой стороны летел-то самолет? Так, новенький. Ты чё, не нагулялся, да что я, ли? Нет, а ну слазь живо! Нагулялся. Давай, на выход! Что, зачем? Процедуры. Какие еще процедуры? На выход, я сказал, опять процедуры! Ладно, давай, пошёл! Давай, пошёл! Ага. Нифига, там еще несколько этажей. Почему подвал процедуры куда? В подвале? Потому что это лечебный этаж, а не подвал. Ага. Направо, новенький, направо! Чё встал? Шагай! Чё, тут жутковато прям. Только я? Где остальные? Остальные на месте. Видишь, я ж говорю, остальные на месте. Шагай, ага. Давай! Слушайте, а может не надо? Я уже... Мне уже легче, мне, слышите, да, я да, уже... Да, надо, 18, надо! Проходим! Да просто мне... Уфа, какая жуть! Зачем? Интересно, я тоже попробую, но потом... Давай, иди. Максимально жутко выглядит. Слушайте, а может не надо? Мне это правда уже лучше. Я не нуждаюсь в процедурах. Я бы с психологом поговорил. Мы вчера с ней нашли как раз общий язык. Я просто боюсь, что процедуры могут испортить мое лечение. Что? Я ведь на таблетках сижу мне и... Мне насрать. Что? Я говорил, что достану. Да, блин, это... Как будто надо текать отсюда. Да не трогал я вас, слышите? Проходим. Господи, ладно. Дух охранников бы размотал сейчас и свалил бы. Что это за место? Вы же сказали, что душ раз в неделю. Это не душ. А? Раздевайся. В смысле, блин, зачем? Ванну принимать будешь. Раздевайся и полезай. Да мне не особо надо, спасибо, я как-то обойдусь. А тебя не спрашивают, разделся, да мать твою! Не буду я, мать вашу, раздеваться, слышите? Ах ты тварь! Сейчас что-то будет. Какого? Его просто загасят, да ну нафиг! Ублюдок. Задрал уже. Какого хрена происходит? Чё за жесть, чуваки? Ой, вей! Ха-ха-ха!
Эй, мать вашу! Эй, слышите? Что здесь происходит? Почему я связан? Почему? Спокойно, меня... 18-й. Связали. Это как будто интересные кадры для Бусти. Чихуан поможет тебе расслабиться. Не нужно мне расслабляться, слышишь? Не нужно, мать твою! Можно было бы снять прям какую-то альтернативную, знаете, версию Сирика. Держи меня! Сначала процедура! С этим моментом... Что еще за процедура? Мы называем ее котел. Открывается кран, оттуда начинает течь вода. Сначала обычной комнатной температуры, потом горячее. А в чем прикол? До тех пор, пока не пойдет кипяток. А в чем смысл просто сварить чела? Не сваришься живьем. А врач? Вот такая процедура. Не открывай ее, я же умру, мать. Не, как бы цель-то должна быть вылечить чела, а не сварить его нахрен. Что ты? Заживо. Ты что творишь, кат? Что ты творишь, блин? Наслаждайся. Стой, подожди. Не уходи, пожалуйста, стой. Я все понял, слышишь? Но, видимо, у охранника свои мотивы. Я тебя вырубил, слышишь? Я тебя вырубил! Я расскажу твоему начальству, что это был я! Черт возьми, пожалуйста! Я хочу в одиночку, слышишь? Переведи меня в одиночку, эй! Ты жирный ублюдок, а ну вернись сюда, слышишь? Дай мне только выбраться, я прикончу тебя, прикончу! Давай же, мать твою! Друже, давай! Что делать, мать? Она и вправду. Вода и вправду становится горячей. Черт возьми. Надо раскачать ванну, и тогда не удастся выбраться. А боже! По-моему, она прибита, не? В полу. Намертво. Она припаяна намертво, блин. Какого? Чё за жуть? Отпустите меня, слышите? Это же кипяток, я всё понял! Отпусти меня, слышишь? Отпусти! Отпустите меня, слышите? Ну же, пожалуйста, уже горячо! Горячо! Так. Водичка прекратила. Спасибо. Кто-то вырубил? Спасибо. Элайджа? Спасибо. Или кто ему тут хлопанул? Отвяжите меня. Слышите, отвяжите. Я все понял. Есть кто? Что происходит? Что за... Нет, что-то... Что-то коснулось моей ноги! Эй! Ваня, что-то есть! В воде что-то есть, слышите? Отвяжите меня! Отвяжите, пожалуйста! В воде что-то есть! Эй! Какого черта? Тоже... Не может быть. Все, супчик готов. Я изгнал тебя, тебе... Морковка всплыла. Тебе не может здесь быть! Тебе не может здесь быть! Не может здесь быть! Это же галлюцинация! Нет, это галлюцинация! Тебя здесь нет! Что происходит? Нет, слышишь? Тебя здесь нет! Тебя здесь нет! Нет! Тебя здесь нет! Нет! Тебя здесь нет! Тебя здесь нет! Чё за жизнь, чуваки? Ема его штырит? Это что, не по-настоящему, да? Я вообще не понимаю, что происходит. Окей.
Что там, мать твою? Я не реагирую. Вообще по нулям. Чёрт. Вот это закрой. На, сейчас. Да она еле тёплая. Какого он орал-то? Похоже, галлюцинация. Что за лекарство вы ему даёте? Да я ж почём знаю. Что выписали, то и даём. Ладно, давай, достаём его. Так а как мы его в таком состоянии наверх-то поведём? Саныч... Я не знаю, как можно было это вообще придумать. Типа, чё употреблял Линч при создании этой серии? Точно вопросики задавать начнём. Да не поведём мы его. Бросим в одиночку, да и все. Со вчерашнего вечера выпрашивать. Не, ну хотя бы так. Я бы просто офигел больше, если бы он реально всплыл где-то в другом месте, и этот призрак ему бы реально помог. Мразь. Ну так можно, в принципе. Давай, отстегиваем его и помочь. Там же нужно какое-то сверхъестественное было бы. А так типа еще, ну, ок. Так. Держи, вообще я открою. Может, пообедаем пойдем, а? Да, сейчас, товар загрузим. И моего, конечно, раскумарило. Блин, погоди, сейчас. Да, Кирилл Саныч. Я одиночки проверяю. Случилось, что прием? Ой, ой, ой. Сейчас буду, конец света. Что там устроили? Давай быстро заводим. Что происходит? О, кто проснулся? Окей. Давай. Доброе утро. Найди в свой новый номер люкс. Ладно, хорошо. В принципе, уютно. Не стесняйся. Блин, тут же типа это комната вот эта обшитая, я не знаю, белыми а-ля подушками или какой-то хрень. Блин, в такой стримите кайф, звукоизоляция. На кровать садись, вот так вот, молодец. Одиночная камера. Какой ты сообразительный, да. Почему я... Ладно, почему... сиди. Почему я здесь не один? Что ты сказал? Почему со мной в камере еще кто-то? Почему я не один? Опять началось. Все, подождите. Откисай, 18. Я должен быть один. Может, завтра увидим. Стойте. Подождите, посадите, посадите меня в одиночку, хватит, хватит с меня соседи, слышите, хватит. Ты почему в углу стоишь? Тоже накачали? Или процедура? Почему ты вообще здесь? Это же одиночная камера. Че за жесть происходит? Этот урод опять что-то напутал. До сих пор не отпускает. Опять напутал, гад. Эй! Я с тобой разговариваю, слышишь? Что ты сказал? Нет, 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 нет. Еще один Линч? Нет, нет, этого быть не может, нет. Раз. Нет, тебя здесь нет. Сейчас их просто по кругу так, как в Человеке-пауке, типа. Нет. Наспавнится? Нет. Будут? Нет. Типа, это ты настоящий, нет, я настоящий. Нет. Или как там было? Так, окей, пропал. Где он? Да когда его уже отпустят, что-то долго его кемарит прям. Нашел. В этом бреду. Ушел, наконец-то. Что там за таблы такие, ё-моё? Ты что-то сказал? Нет, да нет, иди ты нафиг отсюда. Тебя нет. Хотя ладно, оставайся. Это таблетки, это все галлюцинация, это даже без камеры понятно. Тебя здесь нет. Это все таблетки. А ты уверен, что таблетки. Это все таблетки? Да, уверен, как только я начал их принимать, у меня начались галлюцинации. А как же твой сосед? Что? Блин, я хочу, знаете, что увидеть? Я хочу увидеть Линча Джокера, короче, чтобы ему скин пририсовали под Джокера, и он такой, типа, хихикал все время. Его же не было. Это не доказано. Это не доказано, слышишь? Мне нужно посмотреть камеру. И как раз проявлялся во время приступа вот этой шизухи у него. 99% уверен, что... Ну, прям офигенно как будто. Он по-любому попал на запись, слышишь? Плюс он вайп. По-любому попал на запись. Ох уж этот 1%. Сомнения всегда имеют место быть. Сомнения, говоришь? Да, сомнения. Что-то ты не сомневался, когда прыгал с обрыва и убил Светочку! Когда бросил лук. Я не бросал. Я никого не бросал, слышишь? Я не бросал его. Что из него вырастет? Лилия, мать-одиночка. Лилия не трожь. Об отце он ничего не знает. Не трожь. Дядя-убийца. Убийца. И очкастый. Кто он вообще? Элай Джон. Друг? Товарищ? Или же просто легенда. Случайный человек, он которым легенда. Ты забиваешь одиночество? Джон мой друг, слышишь? Джон мой друг. Поэтому ты берешь его на все свои дела?
на дела, в каждом из которых он может умереть! Так он сам, он же сам всегда соглашается. Ты не против, да? Джон бы сейчас сидел, писал книги, быть может, закончил бы хоть какую-то, но нет! После встречи с тобой вся его жизнь перевернулась. Сколько раз он был на грани? Думаешь, всегда будет так вести? Или же ты думаешь, что Джон без... Капец, бедный Джон. Смертный! Я не думаю так просто... Просто... А просто как же мистер Болтон? Твой дядя, которого ты так давно искал и на которого... Нифига, прикинь. А ему идет, кстати. Хочешь быть похожим? Ты бросил его. Бросил его умирать. Бросал. Единственного человека, который мог остановить фиолетовую землю, ты бросил умирать! Он сам, слышишь, он сам. Это же твой Осуждаем родственник. Твоя семья. А ты так с ним поступил. Он сам сказал мне уходить. Я хотел остаться. Я хотел помочь. Хотел, но Лэмптон... Ох уж этот мистер. Что он делал под кроватью? Не кажется ли Лэмптон, тебе, так и знал, что пора вам с ним поговорить? Вы же оба обладатели драгоценного и бесполезного борта. А еще ты отдал ему тетрадь смерти, тем самым подвергнув каждого из своей семьи опасности. Музончик, классный. Лучше бы тогда было просто умереть. Нет, нет, Мы спасли столько людей за это время. Погубили сколько? Не так много, слышишь? Не так много! Ты везде суешь свой нос. Тебе нужно на каждое дело. Тебе нужно спасать одних, калечить других. Даже морально. Ты проблема всего. Из-за тебя начнется апокалипсис. Я хочу остановить его, слышишь? Я хочу остановить его! Тебе нужно было остановить себя! Тебе нужно было не лезть! Тебе нужно было умереть! Нет, пожалуйста, я хочу остановить это все, нет! Если бы тебя не было, не было бы этих проблем! Джон бы не рисковал жизнью! Лили бы не была мишенью, а Лукас! Лукас бы вырос обычным подростком, но ты все испортил, ты все загубил, это все ты! Я не хотел этого, я хотел помочь, я все испортил. Че, отпускает? Я все загубил, я виноват во всем, я во всем виноват. Да камон, бро! Очнись, блин, ты ничего мне не виновен. Вау, наконец-то это безумие закончилось, чуваки. Да. Не, сейчас, подождите, надо передохнуть, небольшую паузу сделать. Во-первых, я в афиге с того, насколько он эмоционально вложился в эту сцену. Эта сцена прям охерительная. Она очень клёво сделана, типа, насколько он в озвучке постарался, типа, вот с этой вот экспрессией какой-то, вот знаете, вот с этим... эмоционал, типа, отдал вот реально в озвучку этого персонажа, его шизуху отыгрывал, блин, вау. Я аж сам прям проникся, как будто просто на меня, как будто я сейчас сижу, блин, в этой палате, как будто меня отчитывают, короче. Я не знаю, прям... Браво, браво. Очень классная сцена, мне понравилась. Фуф, ладно, продолжаем дальше, чуваки. Давай шагай. Что происходит? Сколько времени? Ночь, новенький. Время игр. Что? Проходи. Какие еще игры? Интересные. Это процедуры, что ли? Посмотрим, на что ты способен. Недостаточно. Когда меня вернут, мать вашу? Давай, новенький, за мной. Хочу поговорить с психологом. Тут он ему явно не поможет уже. Если вообще в одиночку. Тут уже, по-моему, нужен не психолог, а психиатр, типа, минимум. Ночку вернешься. В смысле? Я на тебя, конечно, не ставлю, но от парочки санитаров ты приглянулся. Что? О чем речь? Заходим. Что это за место? Что? О, наконец! Что здесь он происходит? Прибыл! 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 А вот и второй участник нашей еженедельной битвы псов!
психа! Известный как журналист, у которого поехала крыша! Безжалостный убийца! Не, подожди, его опять продолжает штырить? Че за нахрен? Че происходит? Блин, как это можно было придумать, чуваки? Как? Как просто? Который всегда идет к своей цели. Буквально за один день он умудрился насадить всем в округе. Получить дозу шоковой терапии. Подраться с нашим рыжим завсегдатом, и теперь он здесь. Ну, я не могу просто. Его зовут Егор Лиш. Вы смотрите. А здесь он известен как 18-й и режим новенький. А можно поставить на него? Как-то? Наградный победитель! Зверь, которого лучше держать на привязи! Все свои деньги на монах. Я тоже. Пиши, Витя, за монах. А можно тоже залить? Можно? Блин, какие коэффициенты? Здесь Витя происходит. Что? Бой, ты хотел проявить себя. Мерзил всем, кому не лезь. Меня вырубил. Давай, повтори это с монах. Давай, покажи, что ты можешь, Лени, давай. Никто здесь не боец, но драться придется. Так, ставки приняты. Все. Покажите нам красивый бой! Нет, я не буду драться, слышите, нет! Тебя никто не спрашивал! Дерись, как мужчина! Это было больно. Итак, бой! Слушай, я здесь, я знаю тебя, слышишь? Я здесь, давайте, я здесь ради тебя! Уже. Я пришел, чтобы помочь! Так как будто не Варик! Что это чел навалят его? Он не шутит? Нет, послушай меня! Я хочу вывести тебя отсюда, слышишь? Меня прислали. Я хочу махать посмотреть. Хоть болтает, Линч. Я хочу помочь. Я слышишь, я не хочу драться. Я помочь пришел. Честно, я просто пришел помочь. Слышишь? Нормально. Давай, коронный. Хрена он жесткий. Постой. Элина ждет тебя дома, слышишь? Элина ждет! Новенький пытается заговорить монаха, я знаю тебя! Меня прислали за тобой! Зачем? Я пришел, чтобы вытащить тебя отсюда, монах, слышишь? Я пришел, чтобы вытащить тебя! Нет, Элина! Монахом это не работает, вот так! Не, подождите, по сути, если бы его сейчас вот нормально приложили, он бы очнулся. Я потому что думал, это опять какая-то шизуха, но это, походу, нифига не шизуха, его реально пинают. Нет, да не. Да ну не. Мой братанчик, ты хреново, может, водички? Ну, если положить этот подорожник, разве что поможет. Итак, джентльмены, что теперь с этим делать? Этого заберу. Сначала одиночку. А этот чувак, видимо, самый главный тут боец, судя по его физиономии. Не раз участвовал в боях. Вечер еще не заканчивается. А, у него там еще... Три руки? Или четыре? У нас еще куча претендентов на титул чемпиона! А, чё за нахрен просто происходит в этой серии, я в шоке. Я просто в офиге сижу, пацаны. Я просто в охрене. Меня везут. Что за черт? Нет, пожалуйста, быстренько. Нет, только нет.
Только не призрак. Нет, пожалуйста, не надо. Не надо, пожалуйста. Не надо. Не надо. Этот врач появлялся, когда забирали типа из палаты. Куда там, к призраку вроде, да? Сейчас, видимо, его везут туда же. Я вообще хз, чуваки, как это вообще объясняется что-либо здесь, как это вообще комментируется, или все в этом духе, потому что я просто смотрел, я офигевал, я думаю, все видно было по моим эмоциям, я максимальный непон ловил с того, что происходит, я не мог поверить своим глазам, типа, что Егор будет настолько не щадить персонажа своего Линча, то есть, ну... Мы все так привыкли, то, что Линч, ну, как-то маломальски страдает, там, все равно выживает, там, типа, и так далее. А здесь он прямо его максимально не щадит, то есть издевается над своим персонажем. И, знаете ли, это круто. Это действительно круто, потому что это прям-таки новое дыхание какое-то своему персонажу он придает. Вот, и я думаю, это зайдет многим старым зрителям, которым уже, возможно, приелась эта вся движуха, вот, и они такие посмотрят, такие, оу-вэй, да, черт возьми, круто, хотя, не знаю, у людей разные интересы, возможно, им это действительно будет по кайфу, как Линч сходит с ума или там его избивают, черт, осуждаю такое. Короче, я... Офигевал с прошлой серии, не знал, что будет в этой, и офигевал еще больше с нее. Теперь что ждать следующей, чуваки, я просто представить себе, боюсь даже, просто даже в мыслях этого. Но, знаете ли, сегодня у нас 29 число, я смотрю эту серию, и как раз-таки, я не знаю, на Хэллоуин у него будет ли что-либо? Скорее всего, нет, потому что эта серия вышла не так давно. Скорее всего, она и является приурочена к Хэллоуину. Если это так, то, в принципе, атмосферненько. Там как раз-таки и жути нагнали, и столько всякого показали нам. То есть, ну, реально, такая праздничная, можно сказать, атмосферненькая серийка. Вот, получилось. И я в целом доволен. Я в целом доволен. Это прям... было круто. Пишите, делитесь вашим мнением в комментариях, чуваки, как вам серия. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Также подписывайтесь на мой Twitch, ссылочка на него находится в описании, там проходят стримы. Также подписывайтесь на мой Telegram-канал, ссылочка на него тоже находится в описании. Там я делюсь анонсами стримов и всякой всячины о своей жизни. С вами был Финн, всем пока!